6 часов утра. Я не знаю. Погоди, погоди. Мама. Все нормально. А
Нет, ничего подобного. Ты вон, ты, господи, ты опять ходишь во сне. Опять? Я что, уже раньше ходила? Да, той ночью, когда болела корью, потом, когда не выучила таблицу умножения. Ну, еще... отстань! Ну, я уже не ребенок! Да, я знаю, но ты, между прочим, все еще моя дочь, и я... Ну, что такое происходит, а? Послушай, София, послушай, ну еще не поздно все остановить. Ну, хочешь, я сама разберусь со всей этой свадебной дребеденью, а? Дребеденью? Да. В каком смысле? Господи, ну не в каком, это такое выражение. Нет, не выражение. Ты ведь и в самом деле так считаешь. Ты считаешь, что я поступаю глупо, выходя замуж, что это просто мой каприз. Я никогда этого не скрывала. Ну еще бы. Тебе ведь никогда не нужен был муж. Ты ведь никогда не заморачивалась этой дребеденью типа свадьбы детей. Ты просто завела себе дочку и довольна. Так, минуточку. Ты почему на меня набросилась, мама, София? Я хочу сделать все как следует. Я люблю Ская, и я хочу быть с ним. И я не хочу, чтобы мои дети росли, не зная, кто их отец. Ну, Софи, потому что это бред. Тихо, черт возьми, вы разбудите весь остров, тихо! Эдди, ну и зачем ты приволок это чудовище, а? Который из них, а него бы ничего. Эдди! В погребе нашел. Для свадьбы самое то, а может, это ваше? Нет, это... Так, интересно. Ну и что это будет за свадьба, если вы все трое? Лыка не вяжете, скай. Значит так, ты не женишься на моей дочери, если от тебя будет нести, как от сапожника, бегом в ванную. Ну а ты куда навалился? Женишку спинку потереть. Сюда! Значит так, шампанское положил на лед. Ром перелил в чаши для пунша, бегом накрыл столы, разложил ножи и вилки, расставил бокалы. Все перед этим вымыл и протер, ясно? Yes, sir! Эдди убрал свою лодку. Зачем? Затем мои гости хотят понырять за жемчугом затонувшего корабля. Донна, но это же мы подложили ожерелье, которое Скай нашел прошлой ночью. Неважно. Они будут рады заняться хоть чем-нибудь. Так и нужно делать что-нибудь! Даже во сне верна я, романы все позабыв, о тебе мечтая. Казалось, жизнь радостной и понятной, но ты нанес мне удар, и ответить не дал. Я хочу, чтоб эту боль ты знал.
Донна, куда ты так спешишь? Да, ничего особенного, свадьба у нас. Кстати, по поводу свадьбы, я... Да ты сохранила мою волынку. А, да, она отпугивает непрошенных гостей. Но для этого тебе волынка не нужна. Вот именно. Кусаюсь я еще сильнее, чем рычу. Помню, помню. У меня до сих пор шрамы остались. Показать? Что ты хочешь, Сэм? У меня есть идея по поводу пристройки. Да на кой черт мне твоя дурацкая пристройка? Я спрашиваю, что тебе вот здесь надо? Послушай, ты осуществила мою мечту. Помнишь, остров, таверна, это ведь моя мечта. Да, а моя реальность? Тяжелый труд и неподъемные выплаты каждый месяц. Ну, хочешь, я крышей займусь, а на зиму не протянет. Да спасибо, крышей своей я как-нибудь займусь сама. Можешь хорошо? Изображать из себя великомученицу, сколько тебе влезет. У меня тоже есть дети, я знаю, что такое тащить все одиночку. Вот только не надо меня жалеть, а? Ты знаешь, вот мне все нравится делать самой. Представляешь, каждое утро я просыпаюсь и говорю себе, господи! Ой, какое счастье, что я одна-то, а? Какое счастье, что рядом со мной нет неврастенника средних лет, который меня все время достает. Я одна! Я свободна, и это прекрасно! Ну где те счастья, дни их не найти тебе. Опять стучусь к тебе, но ты закрыла дверь. Куда ушла та с любовь, я не пойму никак. Нам было так легко, сердца стучали в такт. Когда ты рядом, я сигналю взглядом СОС. Любовь былая лишь меня спасает СОС. Без тебя мне пути не найти, знаю я. Без тебя мне жить никого не любя. Ты от меня вблизи, но все равно далек. Ты мне дарил весь мир, но он теперь поблек. И хоть пытаюсь каждый миг, я не пойму никак. Куда ушла любовь, зачем случилось так? Почему ты не сказала, что эта Софи выходит замуж? А это не твое дело, Сэм. А этот парень, Скай, он ей подходит? А это тоже не твое дело. Когда ты рядом, я сигналю взглядом СОС. Любовь былая лишь меня спасает СОС. Без тебя мне пути не найти, знаю я. Этот напиток должен пощекотать ваши вкусовые сосочки. А от похмелья он помогает? Просто посмотри в зеркало, крошка. От одного взгляда на тебя мое похмелье как рукой сняло. Остынь, мальчик. Я тебе в матери гожусь. Тогда зови меня просто... Эдип. Как Эдип? Эдип? Эй! Который час? Разве тебе еще не пора идти готовиться? Не беспокойся за меня, Гарри. У меня еще куча времени. Гарри. Нет ничего хуже, чем расфуфыриться и сидеть как дура с мытой шеей. У Донны должно быть волосы дыбом от всех этих приготовлений. А что обычно делает отец невесты?
Обычно? Обычно он деньги дает. Правда, моего отца хватило только на первые две свадьбы. Он это говорил тебе что-нибудь накануне? Типа на бутсы, что-то в этом духе? О, да. Представь себе, Гарри. Я уже в платье, уже готова идти к алтарю, он мне шепчет. Не волнуйся, детка, у меня есть хороший адвокат. А при чем здесь мой отец, Гарри, а? Я, наверное, пойду к себе в номер, слишком жарко. Куда? Не-не-не, подожди, Гарри. Вечером продолжим. Останься, Гарри! Может быть, и нам продолжить то, что было вчера вечером? Вчера вечером? Ничего не было. Вообще. Пеппер, не зевай, наливай, давай лучше. У нас самообслуживание, бар вон там. Это вообще-то твоя работа, а мы здесь в гостях. В наше время найти нормальную обслугу совершенно невозможно. Это что, весь твой улов? Тьфу, если бы ты видел, какая сорвалась. Вот такая вот. Ой-ой-ой, Билл, не преувеличивай, вот такая вот. Билл, может, выпьете что-нибудь? Нет, спасибо. Рози мне обещала рыбу пожарить. Что ты обещал? Я обещал? По твоей кулинарной книге «Новая женщина». Ну, ты же знаешь, что я всегда ношу ее в своем рюкзаке. Правда? Да. Ну, тогда ты сам знаешь, что делать со своим этим, ой, пискариком, что ли? Ой. Так, 3 часа до старта. Девочки, пойдемте, нам надо поработать. Поработать над собой, детка. Небольшие ремонтные работы по фасаду. Руки прочь от шедевра! Бедняга! Ему бы ума побольше, цены бы парня не было бы. Таня, не обращай на него внимания, что с дурачка возьмешь. Таня не может не обращать внимания на огонь наших сердец! Не играй с огнем, как маленькие мальчики обжигают пальчики. Ты горяч, и меня ты привлек, но интрижки с мальчишкой я не ищу. Есть то, чем я не шучу. И в огне твоих глаз вижу я, что ко мне твое тело безумно влечет. О, ты ребенок еще. Я подарю тебе танец, только один танец, если мама будет не прочь. Я глупо полный программе. Мы не скажем ей!
Вы что тут делаете? Там Донна с ума сходит. Донна, ёкала мене! Уважаемые дамы и господа, я признателен вам за то, что вы пришли. Скай! Скай! Ой, Скай! Софи, ты что? Нам сейчас нельзя видеться, это же плохая примета. Все и так плохо, хуже некуда. Ты просто обязан мне помочь. Ну, что случилось? Это ужасно. Я знаю, что не должна была так поступать, но я залезла в мамин дневник, и, судя по всему, у меня три отца. Нифига себе. Да. Я их всех пригласила на нашу свадьбу. Думала, увижу и сразу узнаю, который из них, только куда там. Теперь каждый из них думает, что он мой отец. Именно он должен вести меня к алтарю. Софи, давай сначала еще разок. Что ты сделала? Я пригласила на нашу свадьбу этих своих трех папаш. Это было 3 месяца назад. Мне даже в голову не могло прийти, что все трое сюда явятся. Погоди, 3 месяца назад? Ну да, и теперь я не знаю, что мне делать. София, почему ты мне ничего не сказала? Потому что я знала, что ты на это ответишь. Но я думал, что у нас с тобой нет секретов друг от друга. Быть не может. Я думал, мы доверяем друг другу. Дело совершенно не в этом. Так вот зачем тебе понадобилась эта свадебная канитель? Ты хочешь до конца довести поиски папочки? Да ты о чем? Я мечтал, что мы с тобой махнем на побережье и найдем там пару свидетелей и просто распишемся. А ты захотела поиграть в эту большую греческую свадьбу. Они жили долго и счастливо и умерли в один день. Мне нужно было понять, кто я есть. Я хотела выходить замуж, зная, кто я такая. Это я понимаю, только при чем здесь твой отец? Главное, это ты сама. Скажи мне, София, тебе самой понравилось бы, если бы я стал скрывать от тебя что-то? Я жениться на тебе хотел, потому что я любил тебя. Я думал, ты тоже этого хочешь. А теперь я уже не знаю. Чего ты не знаешь? Любишь меня или нет? Я не знаю, чего ты хочешь на самом деле. Извините, что помешал вам. Да нет, ничего. Подумай об этом, ладно? Нет, нет, Скай, подожди! Да что стряслось-то? Ничего! Пусть идет, он прав. Ты должна знать, чего ты хочешь на самом деле. Вас это совершенно не касается. Но я твой... Я не могу выдавать тебя замуж, если не буду уверен в том, что ты действительно счастлива. У меня этот разговор был с моей мамой. Она меня знает лучше, чем вы. Что Донна из Дайнамо сможет знать о браке? Или о разводе? У меня 20-летний опыт в этом деле, но я уложусь 2 минуты, поэтому слушай меня внимательно. Ты еще молодая. Сэм, я вас прошу, жизнь... даже не начинайте. Я через все это прошел, понимаешь? У меня тоже была большая свадьба и торт. Только знаешь, жили долго и счастливо, получается, не всегда. До сих пор помню, как мы расходились. Расставаться тяжело, но прости, должен я уйти. Зная все, зная нас, мы простимся сейчас. Играть.
все по-другому. Я люблю Ская больше всего на свете. А вы? Вы чувствовали то же самое, когда женились? Нет. Значит, у меня все будет хорошо. Я знаю, что будет. Зная все, зная нас. Войдите! Донна. Гарри, Гарри, вот что ты-то здесь делаешь, я хотел отдать тебе это. Ну, я имею в виду не здесь, вот здесь, а здесь на острове. Прошу тебя. Господи, что еще? Донна Шеридан. Черт возьми, а это что такое? Я подумал, ты, должно быть, поиздержалась за эти годы. Простила София одна, а мне захотелось нести свою лепту в подготовку к свадьбе. Да? Да здесь хватит на 4 свадьбы и одни похороны. Гарри, ты знаешь, это очень благородно с твоей стороны, но я не могу... Помнишь, когда ты мне это говорила в последний раз? Нет. Но это когда я купил тебе гитару. Угу. Я еще тогда подумал, это последние слова, которые я услышал от Донны, и запомню их на всю жизнь. Ты еще тогда сказала, ну знаешь, Гарри, так благородно с твоей стороны. Наверняка я сказала большое спасибо. Oh. Как хорошо воспитанная oh. девочка. Уже лучше. С тех пор, как я приехал, я впервые вижу, как ты смеешься. Да? Да. Вот здесь сумасшедший дом. А чего ты ожидала? Чуть побольше прежней Донны и чуть поменьше сумасшедшего дома. В памяти моей это лето все до мелочей. Завтраки вдвоем, песни под дождем. Помнишь лето, наш чудесный сон? Бродили по мостам над Сеной и сидели на траве у Эйфелевой башни. Я счастлив был, как никогда. О, те беспечные года! О, да! О, сумасшедшие года той любви свободной! И не разбег остановить пытались, и каждый вальс был как последний всякий раз. Памяти моей это лето все до мелочей. Да, мы туристы в гам возле Ноттердам. Зовешься Гарри. Скажи мне, друг мой, куда девался тот герой? В памяти моей это лето все до мелочей.
Гарри, Гарри, я не могу вот это взять. Не, ну я правда, я не понимаю, с чего ты взял, Донна, что я хочу, должна. Чтобы ты это взяла. Пойдите. Шляпу сними, да? Я? Сейчас не время об этом говорить. О, да, конечно. Увидимся на свадьбе. Что? На свадьбе? Я приглашен. Это и есть твое платье? Да. Оно прекрасное. Надеюсь, Али и Лиза тебе помогут. Может быть, ты мне поможешь? Ну, запрыгивай. Знаешь, вот все говорят, у тебя такая классная мама. И сама свое дело на себе тянет, и ребенка. Вырасти. Ну, у меня другого выхода не было. А не могла же я вернуться домой в 70-е годы, мать-одиночка. Моя мама от меня отказалась и... Что? Мам, я не знала. Это было единственное, черт возьми, правильное решение. Лучше жить здесь, чем в каком-то унылом пригороде. Я паника. Смотри на себя. Прямо в глазах мы вдвоем молчаливый завтрак. Все не проснусь, чтобы слово ей сказать. И лишь потом, дверь закрыв, понимаю с болью, ни мгновенья не вернуть назад. Мне не вернуть
как жаль, что не успела я исполнить обещанного мной. Снова скользает от меня подруга близости мгновенья. Они, как тени, снова ускользают от меня. Как ее понять мне всякий раз, когда хочу стать ближе. Ой, не сейчас, Сэм. Софи сказала, что ты поведешь ее к алтарю. Да, я. А кто же еще? Ее отец, например. Ее отца здесь нет. Но она этого хочет. Она сама сказала, она хочет, чтобы ее отец был здесь, и, быть может, ее отец тоже этого хочет. Сэм, я не хочу сейчас об этом говорить, у меня нет времени, еще нужно слишком много сделать. Донна, вообще... послушай, речь идет о нас с тобой. Нет, не надо слов. Все почти забыто. Боль еще жива, но к чему слова? Кончена игра, и все карты биты. Нечем больше крыть, что тут говорить? Кто победил, тот прав. Победа или крах? Кому в игре везет, тот получит все под крылом твоим. Я искала место, мечтала, что с тобой обрету покой, выстрою свой дом. Словно крепость, но глупо было мне доверять игре. Тузы сдает судьба, сурова и слепа, не думая о нас, разрывая связь. Кто победил? К чему теперь слова? Все как дважды два, похоже на мои чужие поцелуи. И так же ли, как я, зовет она тебя в глубине души? Знаешь, но сил нет у меня правила менять. Жюри должно решать, покорно ждать, а зритель каждый миг. Победа или крах? Кто победил, тот прав. Не надо
уже довольна. Вижу я, что ты пришел сказать прости. Я ведь не хочу делать тебе больно слабостью такой, жалобой пустой. Но пойми же, кто победил тогда? Пока я не закончу. Я получил записку от Софии. Она хотела, чтобы я ее выдал замуж, но потом передумал. Слушай, я ничего не понимаю. Я не знаю, кто я, где я. Просто сюда приехал на свадьбу. Я отец Софии. Билл, тебе не мешало бы об этом поговорить с Донной? Да, я сейчас пойду, я все нет, скажу. Иди сюда. Сядь, помолчи. Через 5 минут свадьба у Софии. Так это ничего, что я здесь посижу. Понял. Нет, ты знаешь, так боялся этого похода до алтаря. Я, конечно, могу показаться отважным путешественником, но при одной мысли о свадьбе все поджилки трясутся. Не говори, у меня тоже. Брак, дети, ответственность. Нет, я свой выбор давно сделал. Я ж писатель, путь мой одинок. Да. Если ты рискнешь, ой, я скажу, ну что ж. Ничья. Испытай меня. Ой. Если грустной и пустой стала жизнь твоя, позови меня, друг мой, буду рядом я. Если брошенный, разбиты все мечты, я как раз ничья. Испытай меня, убеди все ты, что я не шучу сейчас. Что лучше для тебя, только дай мне шанс. Испытай меня. Открою. И поверь, когда ты наедине со мной, становится мир земной волшебный. Скажи-ка мне, что со мной? Боюсь игры такой. Меня теперь не уйди теперь.
подарю тебе. Ваши души огонь ожог, от меня теперь. Люди Дамы и господа, пожалуйста, садитесь. Добро пожаловать, Софи, Скай и все ваши друзья, которые здесь сегодня собрались. Давайте поприветствуем Донну, ведь она здесь представляет вашу семью. Донна! Возлюбленные братья и сестры. И поприветствуем отца, Софи. Что? Я должна сказать тебе правду. Дальше это было бы скрывать нечестно, он здесь. Я знаю. Что? Это я его пригласила. Не-не-не, подожди, ты не могла этого сделать, потому что даже я не знаю, который из них. Господи, так вот, почему они здесь. Мам, прости, я очень виновата. Ты сможешь мне хоть когда-нибудь простить? А ты простишь меня когда-нибудь? Ну, конечно, какая мне разница, сколько у тебя было мужчин, хоть сотни. Ты моя мама, и я люблю тебя. Я не спала с сотней мужчин. Продолжайте, святой отец. Так, подождите. Если я правильно понял, Софи может быть моя дочь, а может быть дочь Билла или Гарри? Да, ты правильно понял, но в этом ты должен винить только самого себя. Что? Вот именно. Если бы вы тогда не уехали и не бросили маму, чтобы жениться на другой. Да все было не так, я был обручен и должен был поехать домой. Я думал, так будет лучше. Но я же вернулся. Что? Я сказал Лорен, что не смогу жениться на ней, и сразу вернулся сюда. Ну, а почему не позвонил? Потому что был настолько глуп, что думал, будто ты сидишь в своей комнате, тоскуешь по мне. А когда приехал сюда, мне сказали, что ты ушла с каким-то другим парнем, и я уехал обратно. Лорен сказала мне, что я полный идиот, и вышел за меня замуж, чтобы это доказать. Простите, позвольте. Гарри, чек, я помню, я тебе все верну. Бог с ним, с чеком, он твой. Замечательно, что у меня есть хотя бы третья часть Софи. Я никогда не рассчитывал даже на это. Ну ладно, ты говори, но сейчас совершенно не время. Донна, ты была первой девушкой, в которую я был влюблен. Угу. Но ты же была и последней. Бывают ведь разные семьи, правда, твоя семья это ты и Софи, моя семья это я и Питер. Если захочешь, можно выяснить наверняка, кто твой отец. Но я согласен с Гарри. Роль 1/3 отца Софи меня вполне устраивает. Минуточку. Меня тоже. О, как всегда, да, ждешь одного папашу 20 лет тут. Бац, являются-то! Трое! Я понятия не имею, кто из вас мой отец. Но это и хорошо. Зато я кое-что узнала о самой себе. Скай, давай отменим свадьбу. Что? Я знаю, что тебе все это было ни к чему. Давай сделаем, как ты хотел. Давай махнем с этого острова и узнаем, наконец, какая она. Настоящая жизнь. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Донна, я так понимаю, свадьба отменяется. Вы знаете, я сама не понимаю, что здесь происходит. Постойте! Ну зачем же свадьбе пропадать? Слушай, Донна Шеридан!
Тебе же понадобится кто-нибудь на твоем острове, чтобы им командовать. Ты что, псих, что ли? Я, между прочим, принципиально против двоеженства. Я тоже. Перед тобой разведенный мужик, который любит тебя 21 год. С тех пор, как я снова на этом острове, я отчаянно пытаюсь тебе это доказать. Давай, Донна, решайся. Это всего лишь на всю оставшуюся жизнь. Чувства не скрою. Видишь ты, что со мною. Скажи да. Thank you.
Через край ритм жизни.
А хотите еще одну песню? Хотите? А чего сидите? Чего сидите-то? Поднимайтесь со своих мест! Танцуйте вместе с нами! Танцуйте вместе с нами!